состоялось открытие дилерского центра «Контрол Авто», официального представителя завода «Джизак Авто», который специализируется на производстве автомобилей «Шкода» и «Фольксваген». «Контрол Авто» предоставляет модельный ряд, а также возможность индивидуального заказа автомобиля с выбором цветовых решений, комплектаций и дополнительных опций. Мы запустили уже 14-й дилерский центр по Республике Узбекистан и 5-й дилерский центр в Ташкенте. Наши дальнейшие планы также увеличивать модельный ряд, увеличивать количество наших дилерских центров, сервисных центров. Теперь это не просто шоурум, это центр премиального обслуживания и качества. «Контрол Авто» – один из немногих центров, который помимо продажи автомобилей предлагает детали и комплектующие для тюнинга, детейлинга с использованием оригинальных запчастей и дает гарантию на все проданные автомобили. Один из плюсов этого дилерского центра – это то, что можно не только пощупать и посмотреть на машину, к примеру, это новенький Кодиак, но и провести техническое обслуживание. К примеру, вы можете привести свою машину в сервисный центр, и это не обязательно Volkswagen Caddy или Skoda Kodiaq. Это может быть и, скажем, Volkswagen Golf, и его здесь вам обслужат. Тут также есть различные комплектующие для Volkswagen и Skoda. Ну вот, к примеру, руль, фары. А если вас это не интересует, то есть, к примеру, аксессуары для вашей машины. Вот здесь чемоданчик с легендарным Volkswagen Жук. Также есть колпачки для колес. Теперь у клиентов есть возможность самостоятельно выбрать любые элементы отделки и дизайна, тем самым создав уникальный автомобиль, основываясь на собственном понимании комфорта. Учитывая удобное расположение автосалона в самом центре столицы по улице Мактум-Кули, для оперативности, бесперебойного предоставления услуг и информации планируется запустить автосалон «Шкода» и «Фольксваген» в режиме работы без выходных. Также в честь открытия дилерского центра с 13 по 17 июня у них действует бесплатная диагностика для машин «Шкода» и «Фольксваген». Мы открыли салон «Шкода» и «Фольксвагена». Теперь мы будем работать вместе. На будущее в салоне категории А мы планируем открыть рабочие места на 30 человек. Мы постарались создать все удобства для посетителей и в будущем будем совершенствоваться дальше. В настоящее время усилия «Контрол Авто» направлены на создание собственной академии для подготовки новых сотрудников и постоянного повышения квалификации с целью запуска новых проектов в будущем.